Здравствуйте, вы смотрите информационный выпуск «Республика». В студии Александр Базаров, и сегодня в нашей программе. Ведут себя скрытно, к людям не выходят. Кого увидела наша съемочная группа в зарослях Заволжья? На старт, внимание! Чебоксары продолжают готовиться к международному спортивному форуму. Работали под землей, теперь трудятся на земле. Украинские шахтеры в Чувашии осваивают новую профессию. В Чувашии с рабочим визитом находится министр сельского хозяйства России Николай Федоров. Подробнее к этой теме мы вернемся в конце выпуска, а сейчас к другим новостям. Буквально через полтора месяца в Чебоксарах концентрация спортсменов на квадратный метр вырастет в разы. А в международном форуме «Россия. Спортивная держава», который пройдет в столице Чувашии в октябре, чебоксарцы уже наслышаны. О том, как гостей встретить, разместить, развлечь и даже одеть, говорили сегодня на заседании оргкомитета. И по земле, и по небу. Добираться до столицы Чувашии, которая станет к тому же спортивной столицей страны, гости будут самым разным транспортом. Для этого все готово, констатировали в Минтрансе. К приему гостей подключат аэропорты Казани и Йошкар-Олы. 8 октября аэропорт Чебоксары планирует принять 520 человек, в том числе 60 человек по двум регулярным рейсам, 450 человек по двум специальным чартерам. А также ожидается прилет 4 бизнес-чартера до 20 человек. Железнодорожным транспортом на сегодняшний день ожидается прибытие около 800 человек на станцию Чебоксары. Для этого на поездах дальнего следования предусмотрено дополнительно по 3 вагона. Перевозки участников будут осуществляться на автобусах различной вместимости, а отдельные категории на легковых автомобилях. Михаил Игнатьев поручил позаботиться в поездках не только о физическом, но и моральном комфорте гостей. Включая там во время переезда фильма, допустим, с Канаша целый час или там 1 час 20 минут, чтобы там фильмы крутились, надо диски сделать. И в этих автобусах должны быть закреплены люди, которые будут рассказывать о республике, по его народе и ряд других вещей, чтобы очень скучно не ехали. То есть, понятно, после дороги все уставшие, да, а тут надо их подбодривать. Напоминание о нашей гостеприимной республике все желающие смогут забрать с собой на родину. В Минэкономразвитии уже позаботились о сувенирах. Стенды с продукцией сейчас размещают в гостиницах. Мы предусматриваем, что часть изделий народных художественных промыслов будет изготовлено с символикой форума, то есть не только символика Чувашской республики, особенности и орнамента нашего, но постараемся, вот сегодня ведем проработку дизайна с символикой форума еще раз. Значит, отдельно будет предусматриваться стенд с чувашскими национальными костюмами. Национальную символику представители оргкомитета хотели бы видеть и на одежде, которую готовят участникам форума и волонтерам. А где эта символика? То есть я никак не заметил. Или ее не будет вообще? Или будем делать то, что нам Москва рекомендует? Мы первоначально техзадание дали на то, что вот общая символика, то, что еще раз будет представлено всем, это российское мероприятие. Но постараемся, вот если желание есть, постараемся отразить, что все-таки наши национальные особенности. Так или иначе, руководству города и республики в приеме гостей нужна помощь. Так что значительная часть обязанностей ляжет на плечи волонтеров. Ими в основном станут студенты чебоксарских вузов. На сегодняшний день уже поступило около 500 заявок. Ольга Пырочкина, Светлана Аликимова, Евгений Анисимов, Республика. Сменили отбойный молоток на вилы. Чувашия приняла 6 семей шахтеров из юго-восточной Украины. Сейчас они размещены в доме для отдыха села Атлашево и трудоустроены на сельхозпредприятии. Как живется новоиспеченным крестьянам, узнала наша съемочная группа. Год для этих семей обещает быть совсем нелегким. Здесь размещены 18 беженцев. Сменив место жительства, сменили и род деятельности. Сейчас они работают на ферме. Конкретно с сельским хозяйством здесь не сталкивались. Мы все, у нас вообще-то край шахтерский, угольный. Все шахтеры. Вот. Здесь это все новое. Ну ничего, работаем, обживаемся, привыкаем. Ребята наши себя уже показали, какие они в работе, что они трудолюбивые, трудоголики, не лежат, говорится, семечки не плюхают. Они молодцы, конечно.
Руководство СХПК «Атлашевский» уже работает над тем, чтобы переселить новых работников на съемные квартиры. Предприятие берет на себя оплату первых 3 месяцев проживания. Кроме этого, желающие будут отправлены на профпереподготовку в учебный центр Нева поселка Кугеси. Помимо взрослых, в Атлашево приехали и 6 детей. 3 из них, получив форму от Красного Креста, отправились в сельскую школу. Неожиданным для них стал урок чувашского языка. Но в целом начало учебного года прошло успешно. Конечно, еще в шоке находимся, еще как в пространстве, как во сне. Будто это не с нами происходит. Ну, детей в школу определили. Мне понравилось, я познакомилась с почти всеми девочками в классе. Да, учителя хорошие, интересные очень. Они добрые, сразу нас приняли и полюбили. А мне даже подарок подарили, куклу. Сейчас семьи готовят необходимые документы для того, чтобы официально стать жителями России. Все документы будут переданы в ФМС Чувашии и оперативно рассмотрены в ближайшее время. Планы – получить гражданство, обосноваться здесь. То есть вы не планируете возвращаться? Возвращаться в разрушенный город, там, где голодовка. Нету ни отопления, ни газа, ни света, ни еды. Там уже собаки начали на людей кидаться. Там будущего нету. Екатерина Абрамова, Евгений Анисимов, Республика. Прописку на территории Чувашии сейчас стремятся получить не только украинские беженцы, но и заводы. Предприятие «Луганский машиностроитель 43» в ближайшее время запустит свой конвейер. Сюда уже начали завозить необходимое оборудование. На работу готовы выйти сотрудники предприятия, которые переехали в Чебоксары вместе с семьями. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Цеха будущего завода постепенно освобождают от ненужного металлолома. Новые хозяева намерены переоборудовать бывший склад к октябрю. Здесь делают капитальный ремонт. В ближайшее время планируют залить полы и заменить трубы. Но первым делом рабочая бригада ремонтирует кровлю. Крыша этого здания уже давно прохудилась. Недавно сюда привезли и 2 современных станка для высокоточной металлообработки. Турецкие станки уже испытали в деле. В ближайшие дни здесь начнут и серийное производство деталей. У завода есть заказы до Нового года, поэтому надо срочно начинать производство. Но чтобы предприятие заработало, как и в прежние времена, в Чебоксары необходимо перевезти и другие станки. Пока же они простаивают на таможне. И там не торопятся давать добро. Мы всегда работаем по закону, поэтому помощь нам нужна, но в ускорении какой-то лояльного рассмотрения этого вопроса из-за той ситуации, которая сложилась, очень нам поможет запуститься и работать. Если спорные вопросы удастся решить и станки пересекут границу, то на заводе организуют еще 50 рабочих мест. Пока же здесь трудятся только специалисты, которые переехали в Чебоксары из Луганской области. 23 семьи, спасаясь от войны, покидали свои дома под пулями. Возвращаться им больше некуда. Уезжали еще в начале июля, после того, как наш поселок бомбили. Мы 4 суток вообще в погребе жили. Собирались утром, до утра не дождались, так как уже в соседнем поселке высадился десант с автоматами. И мы просто какие вещи покидали в сумки и уехали. Ехали везде, все оно рвалось вокруг. Я ехала, я просила только Бога, чтобы добраться до российской границы. Долгое время они скитались по лагерям для беженцев. Сейчас в Чебоксарах руководство завода снимает жилье для своих работников. Юлия Калашникова переехала в Чувашию вместе с дочкой. В их квартире стоят только 2 кровати и телевизор, но говорят, что рады и такому. Свою жизнь в республике они начинают с чистого листа. Лера готовится пойти в школу, а Юлия скоро выйдет на работу. Я просто здесь, я знаю, что мой ребенок будет жить спокойно и ночами не будет ни кричать, то есть, что здесь нет войны. Нормально здесь, выживем. На предприятии для работников обустраивают и жилые комнаты. Уже скоро здесь появится мебель, душевые кабины и просторная столовая. Из Луганска в Чебоксары переехал даже заводской повар. Завезли вот стулья, столы, печку, которая, ну, необходим небольшой ремонт, но наши ребята уже заканчивают. Поэтому, я думаю, в течение недели, если все будет в порядке, мы уже запустимся и будем кормить людей.
Заработать на полную мощность луганские машиностроители планируют уже в ноябре. Пока оформляются необходимые документы на регистрацию нового завода. То, что в Чебоксарах частная компания будет развиваться успешно, руководители уверены. Больше 12 лет они работают только на российский рынок. А теперь луганский машиностроитель 43 и сам становится частью нашей страны. Дмитрий Ковалев, Дмитрий Смирнов, Республика. Сегодня утром на перекрестке по улице Богдана Хмельницкого произошло ДТП. Пытаясь избежать столкновения, водитель Митсубиси въехал в столб. Есть пострадавшие. Подробнее в нашем следующем сюжете. 33-летний водитель иномарки, двигаясь со стороны северо-западного района к Гагаринскому мосту, совершил резкий маневр для того, чтобы уйти от удара со встречным «Фольксвагеном». Как сообщил водитель, на перекрестке ему переградила дорогу легковая машина, которая пыталась проехать на красный сигнал светофора. В момент столкновения разлетевшиеся части машины попали в трех детей, которые стояли на остановке общественного транспорта. Школьники сразу же были отправлены в больницу. Пострадала и 32-летняя беременная супруга водителя «Митсубиси». Сейчас она находится на обследовании медиков. Они оценивают ее состояние как средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Оставил машину на 5 минут и больше на том месте ее не обнаружил. Ситуация вовсе не криминальная, а вполне законная. У гостиницы «Чувашия» 3 знака «Стоянка запрещена» установлены уже давно. Тем не менее, автовладельцы предпочитают их игнорировать. Администрация города, дирекция гаражного хозяйства и ГИБДД провели акцию по борьбе с нарушителями правил дорожного движения. Каждая из этих машин внесет свой вклад в копилку городского бюджета. Парковка под знаком «Стоянка запрещена» стоит 1500 рублей. Автомобили тех, кого такая сумма не пугает, сегодня массово отправятся на штрафстоянку. Почему, несмотря на знак, водители оставляют машины в неположенном месте? Там, на том месте, где я снимаю офис, невозможно вообще припарковаться. Это вопрос, наверное, к первой площадке. А вы видели на первой площадке, какая парковка? Видели? Ее нет. Ее нет просто. Там еще автосалон поставили, и там куча автомобилей. Парковки нет. И сейчас они еще больше площади открывают. Я не знаю даже, как припарковаться. Я плачу деньги за аренду, и мне негде припарковаться. И меня еще сейчас будут штрафовать. Не так страшен закон, как практика его применения. Нарушитель заплатить штраф не против, но где поставить машину завтра, он не знает. Однако расположение знаков не чья-то прихоть. Это требование ситуации, которая ежедневно складывается на дорогах. Из-за нехватки пространства для проезда здесь часто происходят аварии. И ограничение стоянки – необходимая мера для безопасности дорожного движения. Здесь надо определяться там, где находится у них офис. И, конечно, больше внимания уделять для именно гостевых парковок. Для гостевых парковок, которые, чтобы те, которые арендуют вот эти офисные помещения, чтобы им было удобно парковаться. То есть это, соответственно, больше вопрос, наверное, к тем владельцам тех помещений, которые сдают и в аренду, или сами арендуют. В первую очередь они должны создать те условия, чтобы они были приемлемы для ихних клиентов. Большое количество нарушений знака «Стоянка запрещена» наблюдается у центрального рынка дома МОД по улице Ильбекова. Ежедневно эвакуируется 7-8 автомобилей только по этому пункту правил. Сотрудники ГИБДД призывают автовладельцев с уважением относиться и к другим участникам дорожного движения. Анастасия Алексеева, Евгений Анисимов, Республика. В России перезапускается программа утилизации автомобилей. На эти цели с бюджета страны будет направлено 10 миллиардов рублей. Начиная с 1 сентября физические и юридические лица могут получать скидку в диапазоне от 50 до 350 тысяч рублей при покупке любого автомобиля российской сборки, включая грузовики и автобусы. Скидка будет предоставляться при условии сдачи автомобиля на утилизацию или замены старого автомобиля на новый с доплатой. По расчетам Минпромторга, программа должна обеспечить 170 тысяч машин. Решение о ее продлении будет принято не раньше середины 2015 года, исходя из ситуации на авторынке. Сегодня начался учебный год и в спортивных школах. Свои двери перед юными спортсменами распахнула обновленная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва №1 имени Валентины Егоровой. Наша съемочная группа посмотрела, как изменился легкоатлетический манеж. На этом новом современном легкоатлетическом покрытии Мандо тренироваться гораздо лучше. Оно полностью соответствует всем мировым стандартам. Именно так и должны заниматься будущие звезды большого спорта. Сейчас здесь тренируются больше 600 юных спортсменов.
За короткое время, значит, спортивная школа прошла реконструкцию, значит, при поддержке правительства Чувашской Республики в рамках, значит, социального проекта «Единая Россия». Общая сумма реконструкции – 28 миллионов рублей. Кроме покрытия, обновлен прыжковый сектор. Школу оснастили современным спортивным оборудованием и тренажерами. Манеж был открыт в 1971 году и за 43 года ни разу капитально не ремонтировался. Строители утеплили фасад здания, облицевали его современным изоляционным материалом. Чувашия – один из лидеров в России по строительству спортивных сооружений. Современные дворцы спорта есть у нас в каждом районе. Только в этом году построены центры единоборств в деревне Караклы Канарского района, крытый каток в поселке Вурнары, строится ледовый дворец в Чебоксарах. И вот новый объект – реконструированная спортивная школа, в которой обязательно появятся новые чемпионы. Лебеди в Чувашии уже не редкость, но на этот раз впервые с 1919 года у нас загнездились лебеди-кликуны. Они занесены в Красную книгу республики. С августа за птицами наблюдает госохотрыбслужба. За интереснейшими и красивыми птицами отправилась и наша съемочная группа. Голос кликунов звучит подобно звонкой трубе. Такой редкий вид лебедей прилетел в мае на территорию Заволжья. Их обнаружили месяц назад дети, отдыхавшие в лагере. Сейчас у пары лебедей уже 3 птенца. Птицы ведут себя очень осторожно и боязливо. Почти 100 лет они у нас не гнездились. И только вот в этом году, в 2014 году, они у нас загнездились на одном из водоемов, который включен в особо охраняемую природную территорию. Последний раз факт встречи гнездящихся лебедей и кликунов был отмечен в 1919 году на озере Черное в Алаторском районе. По мнению специалистов, ареал гнездования лебедя-кликуна перемещается в южном направлении. Большие стаи этих водоплавающих встречаются на Каспийском море. На территории Чувашии лебеди останутся до наступления холодов. Анастасия Лангина, Регина Кубайкина, Антон Вовк, Республика. Сегодня министр сельского хозяйства Николай Федоров посетил предприятия агрохолдинга «Юрма» в Батревском районе и агрохолдинга «Аконт» в Янтиковском районе. В Янтиково же состоялось совещание развития животноводства в Чувашии, в котором принял участие глава республики Михаил Игнатьев. Речь, разумеется, зашла о продовольственной независимости страны и региона. Михаил Игнатьев в своем выступлении отметил, что производство ради производства противоречит законам рыночной экономики и подчеркнул, что сегодня не чиновник, а рынок расставляет приоритеты в сельском хозяйстве. Было также отмечено, что за последние годы в Чувашии увеличилось количество организаций агропромышленного комплекса, работающих с прибылью. При участии министра сельского хозяйства России были также обсуждены вопросы кредитования сельхозтоваропроизводителей и субсидирования процентных ставок. Подробнее об этом в завтрашнем выпуске информационной программы «Республика». Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.